Алкоголь из гипермаркета месяцами выносила жительница столицы. Мимо кассы предприимчивая дама умудрялась проносить спиртное при каждом своем походе в магазин. Как ей удавалось промелькнуть мимо охраны, неизвестно. В предпочтениях женщина была постоянна, не платила только за пиво. Всего из торгового зала она украла больше 200 бутылок пенного напитка. Солидная недостача для магазина. Сейчас оперативники выясняют, не замешана ли любительница принять на грудь в других подобных преступлениях. Заведено уголовное дело.